хороший друг. Это золото, а не урюк. Это не урюк, это... Любезный сапожник Мустафа, возьми еще два динара, и прежде чем проводишь меня к дому моего доброго брата Али Бабы, помоги моему другу Сулейману купить 40 кувшинов для оливкового масла, 20 мулов, и пусть небосвод твоей старости сияет звездным огнем твоей мудрости. Пустые слова золотой похвалы, они тоже, как деньги, помогают замутить разум. Зачем ему 40 кувшинов? Зачем новый брат у Али Бабы? Зачем 20 мулов и еще какой-то Сулейман? И башмаки у одноглазого посетителя рынка в подозрительной пыли от горного камня. И Касыма убили в горах. Касыма убили, но замутили разум деньги. Мустафили, простафили. О, горы Персии, чего здесь не бывает? Был порядок на земле простым простой, каждый пятый был совсем смешным смешной, каждый третий был заметен головой, лишь один из миллиона был герой. Был порядок на земле давным такой. Извините, пожалуйста, этот мир сегодня стал больным больной. Очевидно, от погоды, от такой. Жил да был Али Баба, жил да был Али Бабой. Вдруг кричат, какой герой, какой святой. Этот мир сегодня стал совсем такой. Извините меня, пожалуйста, ай, мгновение прекрасное, постой. Кто не злой, тот значит парень золотой. Дайте быть Али Бабе, дайте быть Али Бабой. Не качайте восхищенно головой. Дайте быть Али Бабе, Али Бабой. Простите меня, пожалуйста, вот и все. Скажи, веселый бородач, как мне увидеть доброго Али Бабу? Спасибо. Спасибо тебе, странник. Пускай нас называют добрыми после нашей смерти. А я сегодня, видишь, веселый Али Баба. Что-то будет, что-то будет, что-то будет, что-то будет. Я иду издалека, моя ноша нелегка. Если б ты знал, Али Баба, как я устал. Али Баба, моя ноша нелегка. Дай поспать у огонька, если б ты знал, Али Баба, как я устал, Али Баба. Дай поспать у огонька, мулы отдохнут пока, если б ты знал, Али Баба, как я устал. А вот тебе моя рука, в дом ходи, поешь слегка. На востоке живешь, весь базар позовешь, наша высей хорош. Если б ты знал, Али-баба, как я устал, Али-баба. Ставь кувшины во дворе, отдыхать иди скорее. Ты устал ужасно. Похож на чудака, что в кувшинах сорока. Оливковое что-то масло. Будет. Что-то будет. Что-то будет. Али-баба. Фатима и Зейнаб, разговор бросьте. Плов, лепешки и вина приготовим гостю. Спасибо, почтенный хозяин. Иди к себе в дом, я иду следом. Только мулов привяжу. Ух, ушел. О,
сезам, врагу навеки отомстись, шутки бросим по порядку из кувшинов. Отзовись. Раз, два. Восемь. 18. 38. Сулейман. Здесь атаман. Отвечаешь за эту ночь, назначаю тебя помощником. Объявляется война, тихо крикнем, тишина. Тишина. Разбойники. Эй, гость дорогой, хватит звезды считать, честное слово. Садись на ковер, будем петь, угощать вкусным пловом. Аллах да хранит этот чертог, мир сему крову. Чтоб я так смог, как ты мне помог, честное слово. Зинаб, Зинаб, где масло взять? Здесь мало дыблинов опять. Соседи улеглись спать, мы увлеклись, где масло взять? Ах, сколько слов, что голова кружится. Ты мне сестрица, или не сестрица, иди в отпор, там не души, вот до сих пор. Отлей кувшин, одолжим масло, до утра потом вернем. Иди, сестра. Ах, столько слов, что голова кружится. Ты мне сестрица или не сестрица? Неси им плов, бегу во двор, сестрица.